как вы все знаете, наша секция называется... сейчас я меняю очки. Репрезентации женского искусства и женских историй в музеях Кыргызстана. Как вы, наверное, все знаете хорошо и согласитесь с тем, что пространство, общественное пространство в Кыргызстане обычно прерогатива мужчин. Это пространство, где, в общем-то, доминируют мужчины, а в то время как частное пространство, private sphere, это пространство, где присутствуют женщины. Как раз очень интересно посмотреть, как в этом отношении осуществляется оккупация общественного пространства, которыми являются мужчинами, не оккупация, а присутствие женщин в общественных пространствах музея, в отношении, так сказать, экспонатов, женских работ и просто как женщины, так сказать, оказываются, присутствуют в этом пространстве. И что это значит с точки зрения гендерных отношений. То есть наша первая презентация Бактыгуль Мединова. Бактыгуль является директором Ошского областного музея изобразительных искусств, и она будет говорить на тему «Табачная отрасль СССР. Труд женщин ноуката, представленных в музейных экспонатах, в музейном пространстве». Бактыгуль, пожалуйста, ваша очередь. Спасибо, Елена. Всем здравствуйте. Спасибо большое за приглашение поучаствовать на данном семинаре. Будьте добры запустить мою презентацию. Я вначале немного расскажу о проекте исследований, а потом хотела бы показать тизер нашего документального фильма, который был подготовлен в рамках исследовательского проекта. Да, все на экране, Бактыгуль. Да. Спасибо большое. Меня зовут Бахтыгуль Мединова. Да, я представляю Ошский областной музей изобразительных искусств. Вот в прошлом году Университет Центральной Азии запустил грант поддержку для музейных инициатив, в рамках которого Нокатский исторический музей также подал свой проект на то, чтобы получить небольшой грант от университета. В рамках данной поддержки совместно вместе с музеями, несколькими музеями Южного Кыргызстана, это Нокатский музей, это музей колхоза России и в том числе наш Ошский музей изобразительных искусств, мы подготовили проект, посвященный табачному труду в Нокате в советское время, где в основном преобладал женский труд. Можно следующий слайд. Это афиша нашей выставки, которая вначале прошла вот в Нокатском музее. В советское время практиковала такой вот момент в агросекторе. В частности, это была политика, связанная с созданием монорегионов. То есть наиболее приемлемые для земледелия места приспосабливались для определенной агрокультуры. В Нокате этим стал табак, где в большей части, конечно же, использовался женский труд, и после женского труда использовался детский труд. В рамках нашего исследовательского проекта мы опросили, взяли интервью у 15 женщин в возрасте от старше 57 лет, которые поделились своим опытом, своей практикой труда на плантациях табака. И можно следующий слайд. В частности, о чем говорили женщины, да, мы спросили у них, это пресс-релиз, можно следующий слайд. В частности, о чем мы говорили с женщинами, мы говорили с ними о том,
В целом, от самого детства до того момента, когда они уже перестали, да, работать на вот табачных плантациях. В частности, практически все женщины, которые участвовали в нашем опросе, сказали, что их детство заканчивалось тот год, когда они могли взять в руки иголку для нанизывания табака. И вот в архиве Музея колхоза России мы нашли огромный альбом, посвященный всем тем, кто трудился в советское время на вот табаке. В частности, обратите внимание, вот фотография внизу, с правой стороны, да, была специально вот как бы профессия, наверное, выделялась, где эти женщины обозначаются как низальщицы, то есть те, кто нанизывал табак на вот эти вот иглы, а потом вот они на веревочках вот таким вот образом высушивались, да, очень важное значение вот здесь придавалось практически всему процессу от самого начала, когда вот делали рассадку, до вплоть до того момента, когда уже шел процесс под паром, когда готовились вот эти тюки и нужно было сдать государству. И получается 11 месяцев в году все жители Ноуката, да, были заняты на работе вот на таких вот плантациях. В частности, по завершению исследовательского проекта был подготовлен документальный фильм, который мы презентовали в Ноукате, где самыми главными гостями стали наши женщины, участницы проекта. И мы пригласили местных жителей. После просмотра фильма очень многие к нам подходили, делились своим, как бы своим опытом, да. Большинство, да, больше, конечно, связано с молодыми людьми, они признавали, что в свое время их главной мечтой, например, для мужчин было в обязательном порядке очень хорошо отучиться в школе, поступить в университет и остаться в городе, чтобы не возвращаться вот в этот регион и не заниматься табаком. А для женщин, конечно же, было мечтой, оказывается, выйти замуж в те регионы, где нету табака, чтобы больше, конечно же, не работать на вот таких вот условиях работы. И сейчас вот в небольшом отрывке вот фильма женщины тоже будут говорить о том, что от зари до зари они работали, то есть с первым рассветом, да, работа начиналась и заканчивалась, конечно же, затемно, после 12 ночи. И женщины там очень много, они откровений рассказывают, что не было возможности контрацепции, да, что наоборот, поощрялось государством, чтобы женщины много рожали, потому что детский труд он не оплачивался, и приветствовалось, чтобы на табаке работали семьи с большим количеством детей. Таким вот образом они могли больше обрабатывать земель и, конечно же, давать большое количество урожая. Можно следующий слайд. Еще один момент, которым признавались наши женщины, это то, что у них не было возможности поступить в высшее учебное заведение, потому что в советское время специально существовала политика, когда местные жители вынужденно оставались на своих местах, то есть это была политика удерживания местных жителей сельской местности, чтобы сельской местности работали на полях, да, будь оно занято табаком или хлопком. В частности, вот из этих же женщин, которые трудились на вот этих полях, из них некоторым как бы посчастливилось стать депутатами местных кенешей или, например, Верховного Совета, то есть главного парламента страны того периода. Вот здесь вот наша вот участница Буаджарадже, она была в советское время депутатом Верховного Совета, но практически все они были безграмотными, и как они сами тоже признаются, практически ничего не говорили на сессиях парламента. Они были как бы приезжали, участвовали и уезжали практически как такого вот слышимого, видимого голоса не имели, наверное, просто вот голосовали. Можно вот следующий слайд и потом показать. Да, в этом документальном фильме участвовали
сотрудники этих музеев. И, конечно же, большая благодарность моей коллежанке Умит Атампуловой, которая помогла полностью расшифровать все интервью, все 15 интервью. У нас как бы сохранился вот такой вот очень хороший архив, потому что вот в этом году некоторых женщин, которые участвовали в нашем проекте, их не стало, и для их родственников, и для, в целом для музейного архива это очень хороший такой вот материал остался. И сам документальный фильм, он больше снят, наверное, в формате музейного показа, когда женщины отвечают на практически одинаковые вопросы, но очень часто вот мы наблюдаем не просто закономерности, а какие-то вот очень моменты, когда они рассказывают о жизни и периоде жизни вот в Советском Союзе. Наверное, это мой последний слайд, и можно показать вот тизер документального фильма. Извините, Бактыгуль, у меня нет фильма. Вы нам присылали на Да, почту. фильм вместе с презентацией, ссылка на фильм. Он на 3 минуты, чтобы показать лица, голоса женщин. Сейчас, секундочку. Да, дело в том, что да, я получила, но я уже была. Может, Нет. я сама тогда запущу демонстрацию, если мне разрешите. Попробуйте, это будет замечательно. Да, если мне дадут право. Да, мы видим, сейчас начинается. Единственное, что звук надо сейчас. Я могу, да, запускать Да, звук? пожалуйста. Спасибо. Единственное, мы не слышим звука. У меня со звуком выходит здесь. А это получается, если вы с Ютуба запускаете, он как-то глушит там настройки на... Отлично, слушай. Тамекиге
кейін тұрмышқа да өзі үшеді деле оқуға оқиянын әлбай қалған. Анан үшін пәмерке кіштеп, көп чоң үй бүлелерді еле ол жаш болсам да, балдарым мәйді өсе да, шолор бәрі іштеп жүріп, сөйлен үксетке деп тап болмын. Онан кейін көбеті жуа өз малады қарап көріл, кәбеке өгенейіз, таңға бар, бара өз үзіп келіп, күн сұрғын жаңызды, бірінші ұрғанда тұра өз, екінші ұрғанда кейін тұпты өз, үшінші ұрғанда машинеге жетеді өз. Оның қап кесен қап кетесін. Уақытша іштеген бізді жүзінді ола оқыды жүйетінен көптен бір-бірге іштеген бізді. Үйді ешкім қой деді. Үшінді іштеген біз. Үйім қалды деп айтеді. Малым қалды деп айтеді. О сарайда болса ояқта текшеріп келіп жаман қылады деді іште. Ол не қылады бізді мәдібір қылады деді. Екінші қызымды көргенімді кәмелекке іште жүрттіруін. Бір күн, 20 күн ғана жанайдамында, ол пыстығы әкем бірге біреді. Оң алда ұяп, ем декретін еге шыққам деп, ұшан түрі немен декретке шықпай түйіндерді, 70 кілал түйіндерді көтіре деді қарқа олса. Ем оң алда күшіңіз бар екен, шон деп, шын мемлекетіміз бай болып, бай мемлекеттерге қосылып, балдарыңыз қалаға көп, барбай, шу өз елісі, елімізді, жерімізді іштеп тұрса. Біз нен елетін қалығамыз ұшыл болам. Спасибо большое, Бактыгул. А у вас есть заключительное слово, или мы можем перейти к быстрым вопросам сейчас? Бактыгуль, мы вас сейчас не слышим. Вам надо включить ваш микрофон. Вы хотите закончить или мы можем перейти? Как вы предпочитаете, задать вопросы сейчас или дождаться последнего выступления и тогда задать? Может быть, сейчас сразу, да? Ха, да, хорошо. Было бы хорошо, если есть вопросы, я, конечно, отвечу. Спасибо большое. У кого есть вопросы или комментарии, пожалуйста? Пожалуйста, да. Бактыгуль, скажите, этот фильм предполагается как полнометражный документальный фильм, да, или как? Да, спасибо за вопрос. Да, это полноценный документальный фильм. Его длительность больше 25 минут. Мы его показали только сейчас для трех аудиторий. Это для наших интервьюеров, да, которые участвовали в проекте, это в Ноукате. Потом мы показали этот фильм на музейном форуме, который проходил в марте этого года в Аше. И, кстати, он стал одним из обладателей призов этого фестиваля. То есть команда была награждена призом. И на исследовательской площадке СМД в этом году была школа памяти, где я тоже показала этот фильм, потому что после участия вот в этом исследовательском проекте ко мне обратилась другая исследовательница из Ноуката, она совместно вот с школой истории памяти СМД делала исследование про эксплуатацию труда людей, которые работали на табаке. Там, в частности, она описывает все профессии, да, так называемые профессии, которые участвовали в производстве табака, выращивании табака, то есть, и она меня пригласила проконсультировать ее проект, и мы вот вместе с ней тоже подготовили еще другое, следующее исследование, посвященное вот табаку. И сейчас как раз-таки я работаю над тем, чтобы вот охватывать не только вот табачную отрасль, да, но и другие монокультуры, которые вот производились вот в Кыргызстане. Моноагрокультуры. Планируются еще показы? В целом работа, как бы я думаю, еще не завершена, потому что наш фильм он полностью снят на кыргызском языке, причем на южном диалекте, на котором говорят вот у нас в Ноукате. Мы еще должны сделать субтитры на английском языке, скорее всего, и в планах, конечно же, податься на какие-нибудь фестивали документального фильма.
Ну, мы, конечно, пока еще не знаем, как этот процесс идет, потому что это первый такой опыт создания после исследования вот, документальный фильм. Спасибо большое, Аида. Да, я хотела как раз задать вопрос, но Бактугуль предварил, уже сказал о том, что у них продолжается исследование по изучению моноагрокультур, которые характерны для южного региона. У меня вопрос второй тогда о том, что надо делать, наверное, выставки, и такие выставки были бы интересны для других музеев. Вот, например, в нашем музее как бы для нашего местного сообщества очень слабое представление, что такое, как собирается табак, как выращивается хлопок. И вот обмен и взаимодействие между вот региональными музеями было бы замечательным. Есть ли у вас такое в плане? Да, спасибо, Аида-джи. В целом, мы хотели сделать большую выставку. В частности, Алтын Капалова предлагала сделать весь процесс табак, потому что в советское время табачный труд очень хорошо был освещен нашими художниками и художницами именно в визуальном плане, да, потому что художники, вот, у них была такая же работа, ездить по колхозам, и по 3, по 2 месяца они там создавали свои работы, где вот, в частности, вот, очень много связано именно с табаком. Возможно, вот наши исследования, да, на какие архивные документы, которые мы собрали, и дополните эту выставку художественными работами, да, и в планах было такая создать, сделать такую выставку, но мы в прошлом году физически это не успели, но давайте запланируем, мне кажется, материал есть, можно сделать очень классную выставку. Тем более на вашей площадке, да, где ваш музей же, кажется, также, да, изучает монокультуру, связанную с опиумом, да, и это можно было бы сделать серию таких вот выставок: табак, хлопок, опиум, может быть, и потом присоединятся и другие отрасли. Потом вот, когда мы сделали вот табак, очень многие к нам подходили и говорили: почему вы не берете за исследование, посвященное женщинам, которые работали в животноводстве, потому что они тоже несли очень большой труд. А вот именно в животноводстве чаще показывают, да, мужской труд, но сколько труда было сделано женщинами, но их они опять же остаются в тени от мужчин. Спасибо большое. Будем ждать выставку и развивать такое сотрудничество. Спасибо. Замечательно, спасибо. У меня два быстрых вопроса, Бактыгуль. Один, в Советском Союзе была иллюзия о гендерном равноправии. И сейчас я иногда слышу от своих студенток, что вот при Советском Союзе было как бы легче. А что вы можете прокомментировать в контексте своего исследования? Потому что, глядя вот на ваш фильм и на ваше исследование, это явный колониальный труд. А у женщин не было выбора, у семей не было выбора. То есть это был только идеей работы. И второй вопрос. Были ли какие-то исследования по здоровью женщин, которые были вовлечены в табачный труд? Потому что это же, в общем-то, они работают с ядом. То есть какое-то исследование когда-либо проводилось или планируется, как это повлияло на здоровье и на продолжительность жизни в этом регионе? Спасибо. Спасибо, Елена. Очень нужные вопросы. По первому вопросу, да, у меня есть вот такой вот комментарий, когда мы вот опрашивали женщин, иногда они, например, использовали к своим профессиям именно мужскую терминологию. Например, у них спрашиваешь, да, кем вы работали на поле, да, она отвечает: я была трактористом. И я переспрашиваю, да, трактористом, водили трактор, он говорит: да, трактористом, но моя профессия называлась механизаторкой. Механизаторка. Но я тебе говорю трактористом, чтобы ты сразу поняла, что я на поле работала так же, как и мужчины. Чтобы ты понимала, то, чтобы у тебя уже появилось представление, каким трудом я занималась вот в этот период, да? Это
Очень хорошее такое интервью, которое я вот получила. Мы это исследование мы еще будем, в частности, я публиковать в рамках вот антологии женского исследования, да, и где эти вопросы буду освещать более глубже. И, конечно же, здесь женщины вот в нашем интервью тоже говорят о том, что для них было очень легко поднять 60-70 килограммов тюка. То есть сегодня, когда они вот делают обзор своего опыта, своего прошлого, они не понимают. Они говорят, я не понимаю, как я это делала, но я это делала, я поднимала 70 килограммов тюка, потому что если ждать мужчин, которые обязаны были, да, этот процесс сделать, этот процесс мог бы затянуться, и чтобы быстрее вернуться домой и вообще быстрее закончить, потому что у каждой семьи был свой собственный план. То есть план был не только у как бы целого колхоза, да, для каждого семьи были свои вот обязательные вот нормы, и поэтому они вынуждены были эту работу делать. По второму вопросу, я, к сожалению, не так глубоко еще не изучала тех исследователей, которые изучали бы именно в плане здоровья, да, женщин, но мы в своем опросе спрашивали у женщин, этому был посвящен целый блок, и в документальном фильме мы также показываем, как физический труд на поле отразился на их здоровье, и женщины, вот они отвечают, да, где что у них болит. Некоторые еще при, например, сильное, как бы, последствия у них были связаны с родами, потому что вот женщины признавались, что было стыдно выходить в декретный отпуск брать, потому что это было вот как бы не принято, и поэтому они через, например, у нас же положено 40 дней, да, пока ребенок не исполнится 40 дней, чтобы женщина вот и ребенок находились дома, никуда не выходили, но они вынуждены были прервать, и через 20 дней вот кичи-кыркы, они вот так вот они нам рассказывали, кичи-кыркы, да, они вынуждены были уже выходить, то есть через 20 дней после родов они выходили, и практически большинство, с кем мы разговаривали, говорили, что прям рожали в поле, потому что времени ездить куда-то, то есть терять время на роды было не положено, поэтому они прям на полях. И больше, да, вот связаны именно с родами, потому что рожали от 11 и больше детей, никаких вот возможностей контрацепции, сделать аборт. Вот одна из наших вот женщин признавалась, что им просто не разрешали этого делать. И, конечно же, это тоже очень плохое последствие. И очень многое было связано с болезнью, связанной вот со спиной, потому что именно вот эти тяжелые тюки вынуждены были, да, поднимать. Некоторые получали травмы прямо в процессе работы в поле, потому что необходимо, надо было быстро что-то куда-то отвезти, и, например, кто-то падал с крыши, потому что надо было развешивать вот табачные веревки вот на крышах, кто-то падал, ну, такие вот производственные травмы тоже получали. Но я пока еще таких вот исследований конкретных, связанных вот именно на здоровье женщин, еще вот, к сожалению, не рассматривала и еще не ознакомилась. Большое спасибо, Бактыгуль. Вы более чем ответили, и удачи вам на следующем этапе вашего исследования. Очень важно. Давайте поблагодарим Бактыгуль. Спасибо большое. Спасибо огромное. И мы сразу переходим плавно к следующему нашему докладчику. Диана Ухина из Бишкекской школы современного искусства. И вы можете просто представить тему вашего доклада, чтобы я не отрывала времени больше. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, Бактыгуль. Мне было безумно интересно познакомиться с твоим исследованием, потому что я про это слышала, но вот еще смотрела, не сталкивалась. Да, меня зовут Диана, я из Бишкекской школы современного искусства и из творческой мастерской «Синергия». То есть вообще я являюсь исследовательницей культуры, руководительницей, кураторкой разных художественных проектов в поле современного искусства и мультидисциплинарной художницей, то есть в разных вариантах, в разных форматах. И вот сегодня я буду говорить про свое исследование искусства Кыргызстана
практиках художниц, которые я... презентацию мне открывать или откроет кто-то? Скажите мне, я могу запустить сама? Я вас не слышу. Диана, запускайте сами, потому что, кажется, вашей презентации я еще не успела передать. Все, все хорошо, поняла. Сейчас минутку. Все, да? Все хорошо, мы видим. Все замечательно. Как бы получается, с 2 года я курировала художественный исследовательский проект, ну и сама являлась исследовательницей по изучению искусства Кыргызстана в практиках художниц 20 века. Живопись, графика, скульптура, керамика, и все исследование как бы крутилось и базировалось вокруг Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Атиева. И исследование я проводила совместно с моей коллежанкой Алимой Токмергеновой, то есть в течение 2 лет мы исследовали в разных вариантах институциональную память музея про художниц и также расширяли этот материал, выходя за рамки материала того, что есть в музее. То есть здесь я сейчас коротко расскажу по этапу этого 2-летнего исследования, а потом дальше я немножко как бы расскажу вообще, зачем я это делаю, почему мне вот, я такой проект решила инициировать. И, получается, само исследование мы проводили в 20-м, начали в 20-м году, но основная масса проходила в 21-м и 22-м году. И оно состояло из нескольких элементов. И первый элемент — это была работа в библиотеке музея. То есть я как независимая исследовательница, кураторка пришла в музей ИЗО и сказала, что мне было бы интересно поработать в библиотеке и поискать, какие же книги, какая же литература присутствует в музее, в которой я могу ознакомиться с творчеством художниц. И фокус я выбрала на живописи, графике, скульптуре и керамике. Она появилась позже, когда уже эти материалы начали появляться в рамках самого исследования. Фокус был, потому что я сама как бы уже там 10-12 лет связана с современным искусством в разных вариантах, делаю разные проекты, выставки, исследовательские, не только. И этот тип материалов мне был более в какой-то степени понятно, как его исследовать, как его понимать. Но в исследовании не были включены работы, например, из декоративно-прикладного отдела, потому что этот материал, как бы, во-первых, как обычно, это бывает исследование очень ограниченное во времени, в ресурсах, во-вторых, для того, чтобы заниматься исследованием декоративно-прикладного, лично для меня, как бы, как я не чувствовала, что у меня хватает компетенций, но я чувствовала, что у меня есть компетенции в том, чтобы исследовать визуальный язык тех художниц, которые есть в музее. И в итоге, получается, была сделана первый этап, это было после работы с библиотекой, была сделана исследовательская онлайн-выставка «Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня», которая существует на сайте нашей творческой мастерской «Синергии», которая есть на Ютубе, собранная тоже в качестве видеоряда под звуковое сопровождение. И в этой выставке, по сути, мы перевели в электронный вид те визуальные образы, которые есть в книгах и в каталогах, которые есть в библиотеке музея. То есть в логике исследования это была literature review, да, или литературный обзор, который фокусировался как на текстовой части, конечно, мы знакомились с биографиями и с тем, что было написано про художниц, но в первую очередь
Это знакомство с визуальными языками, которыми они владели, и как вообще была представлена их жизнь через их искусство. Вот, следующий этап был это проведение серии лекций про художниц. В целом нужно сказать, да, что обычно, когда ты читаешь литературу по истории искусства Кыргызстана, большая часть ее массы издана в советское время, то во всей этой массе, ну, наверное, можно услышать, увидеть имена 4-5 художниц, да, кто в основном из, ну, как бы, Лидия Ильина, там, графика, Ольга Мануилова, скульптура, и еще 2-3 имени, например, Петруса Игнатьева или Евгения Малейна из живописи. И в этот момент того, что, как бы, в целом у тебя нет возможности не то, что узнать список, как бы, большее количество художниц, у тебя нет возможности даже с некоторыми из ними, из них как бы ближе познакомиться, потому что ресурсы как бы не очень-то и достаточно, да. И вот для того, чтобы провести серию лекций, мы уже, конечно, вышли за рамки музейной библиотеки, мы ходили в архивы, мы ходили в архив политической документации, мы также встречались и ходили в архивы Союза художников, где нам дали личные дела некоторых художниц для того, чтобы мы могли с ними знакомиться и сделать себе копии. И вот на такой, и, например, одну лекцию у нас проводила дочка Данакана Дашкановой, которая рассказывала, да, про творчество мамы через призму того, как она на это смотрит, как ее дочь, и как бы что она помнит. То есть таким образом из разного типа источников, типов источников мы собирали, ну, чуть более объемное представление как о творчестве каждой из художниц, так и о творчестве, так и вообще собирая какое-то количество имен, да. Ну и на следующий этап после проведения и такого большего уже понимания вообще, как бы, что есть, какой-то ориентировки, была исследовательская выставка была из фондов Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Итиева, которая называлась «Воздух, которым мы дышим». Эту выставку я курировала, и на этом, получается, этапе много работали с картотекой музея, где мы перебирали все карточки, пытаясь вообще найти, сколько же художниц есть. То есть как бы у музея есть списки некоторых работ, некоторых художниц, и они как бы нам готовы были предоставить по запросу. Но для того, чтобы сделать запрос, нам нужно было знать эти имена. А для того, чтобы узнать эти имена, нам пришлось их разыскивать дополнительно к тому списку, который у нас уже был из первого этапа в картотеке музея. И всего, получается, сейчас я представлю, как выглядела экспозиция. Я, получается, отобрала 140 работ 22 художниц, которые были выставлены в музее. Это вот, как вы видите, и живопись, и графика, и скульптура, и керамика. Всего мы нашли в картотеке, как бы, начиная там с 20-х, с 30-х годов, с конца 30-х годов до начала 90-х, 38 имен художниц, и тоже было интересно, что на первых этапах мы могли узнать имя художницы, мы могли узнать наименование ее работ, но мы не видели самого изображения работ, потому что как бы их не было. Некоторые в музее были оцифрованы, и они нам потом предоставляли эти изображения. Но в большинстве своем, как бы, потом я уже со многими вещами, как бы, которых не было оцифровано, уже знакомилась непосредственно в фондах музея. Ну и вот, как я уже сказала, да, что в первую очередь это исследование было про институциональную память музея. Оно было про то, чтобы вернуть себе в какой-то степени наследие, на которое мы имеем право, но к которому у нас нет доступа ввиду ряда причин, как гендерно, да, обусловленных, так и политически обусловленных, как, да, ну, в принципе, это одно и то же. И
Так, сейчас я извиняюсь, у меня батарейка садится. Я буквально буду двигаться, чтобы подключить. Всего мы, получается, представили художниц, работы художниц были на выставке представлены с 41-го, ой, да, с 1914 года по 91-й. И по итогу как бы выставки и по итогу всего исследования была издана книга, которая называется «Искусство Кыргызстана в практиках художниц XX века. Живопись, графика, скульптура, керамика», которая издана на трех языках и, по сути, на сегодняшний день является современным тоже источником по истории искусства Кыргызстана, где собраны биографии и работы художниц, которые были представлены на выставке, 23 художниц. И тоже нужно сказать, что на этапе подготовки исследования, каталога исследования и каталога выставки, то есть эта книга является таким гибридом между выставочным каталогом и в самого исследования, потому что в нем расширенная биография, есть расширенный материал, например, с некоторыми художницами, которые до сегодняшнего дня живы. Мы брали интервью, разговаривали, и в этих интервью мы, эти интервью также включены. У некоторых художниц мы собирали короткие биографии сами, потому что нам было важно, как бы, да, все-таки представить помимо визуальности еще как бы их истории, вообще фокус во всех наших как бы разговорах с художницами или в тех биографиях, которые мы писали, у нас был на том, чтобы проследить, каков был их творческий путь, то есть вообще как они начали заниматься искусством, как они к этому пришли, и что это для, чем это для них является, и почему они продолжили как бы там в этом поле работать, находиться, что они как бы ощущают. То есть в определенной степени это как бы работа с такого, как бы, поскольку у меня есть социологическое образование, социологический бэкграунд, то именно в первую очередь эта книга имеет как бы, помещается в определенный дискурс, в определенный контекст, но не является искусствоведческой книгой, где мы разбираем их картины. Извините, Яна, извините, ради бога, у нас время. Мы уже перешли рубеж временной. Да, я вроде тоже можете, ну, хорошо, я давайте просто вам... Более 15. Вы можете закончить через 1-2 минуты, пожалуйста, извините. И получается, да, что для меня как бы, зачем я это делаю, что как бы исследование это является достаточно... с политически ангажированным актом и политическим действием, через которое мы реализуем свое право на работу с культурным наследием, потому что я считаю, что оно есть не только как бы, да, у каких-то уже сложившихся государственных институциях, но в первую очередь независимому искусству и гражданскому обществу как бы... У нас также есть право на то, чтобы реализовывать. Ну и, конечно, это право на голос, право на то, чтобы вскрывать проблемы, право на то, чтобы вскрывать патриархат в структурах, потому что даже сама эта книга, ее появление для меня уже является, да, как бы, проявлением как бы, той ситуации, которая связана с дискурсивной представленностью женщин-художниц и насколько мы вообще имеем доступ к этой информации. Ну и, конечно, это как бы расширение политического воображения, горизонтов и поддержка художниц и потенциально тех людей, девушек, которые могут вдохновиться подобной работой, что таким образом мы создаем свою память, свою современность, свою историю. Ну и, конечно, это право на то, чтобы реализовывать себя, право быть собой и находить те варианты жизни, проживания, которые будут отражать тебя. И вот здесь вы можете увидеть список художниц. Спасибо.
Спасибо большое, Диана. Очень интересно и красиво. У нас есть 1 минута на вопросы или комментарии, потому что мы немножко run out of time. У нас время. Есть какие вопросы или комментарии? Хорошо, Диана, большое вам спасибо. Мы тогда переходим к следующему докладчику, и, может быть, возникнут вопросы в самом конце. Хорошо? Давайте поблагодарим Диану. Спасибо. И наш следующий докладчик Александра Саша Филатова из университета Нарқоз, из соседней страны Казахстана сейчас, будет говорить о женщинах в музее. Спасибо, Саша. Здравствуйте, коллеги. Ну, вообще, я из Кыргызстана. И просто сейчас базируюсь в Казахстане. Вот. И так, с минуточку. Вы можете видеть мой, да, экран? Отлично. Да, хорошо. Замечательно. Я его, к сожалению, не могу сделать больше, но я думаю, что у вас огромный экран. И вы можете видеть. Я не буду повторяться о том, что сказали мои коллеги, и Синергия делает огромную работу по репрезентации женщин. Я хочу остановиться на производстве знаний и насколько это важно. На этой фотографии люди с панели одной из самых крупных конференций в регионе ЭСКОС, это три крупные конференции, где собираются исследователи Центральной Азии. И эта панель называлась «Визуальный язык для производства знаний». И я бы могла покритиковать эту панель, что там представлено мало женщин, но я была одной из соорганизаторок этой панели, я ее организовала. И когда ну, как бы стал вопрос, кого туда позвать, и кто готов приехать, оказалось, что женщины, которых бы я хотела видеть на этой панели, не обладают либо ресурсами для участия в таких крупных конференциях, и это ресурсы либо времени, допустим, одна из участниц впервые за многие годы наконец-то в отпуске, другая из участниц не обладает финансовыми ресурсами, и третья сказала, что в этом не заинтересована. И для меня это стало хорошим показателем того, что в производстве таких знаний на высоком, допустим, уровне дискуссии глобальной или региональной могут участвовать только те, кто обладает ресурсами либо институции, кому заплатил университет за это участие, либо ресурсами времени, либо инвестировать свои собственные ресурсы. И это очень хороший пример того, что женщины обладают меньшими ресурсами для производства знаний. Я сейчас фокусируюсь как раз-таки на визуальном языке для производства знаний. И есть такой искусственный интеллект Midjourney, который как бы лидирующий в этом плане при как бы его алгоритмы именно работают с визуальным языком, и он обучается на визуальном языке. И вот я спросила Midjourney, Woman in Museum, то есть, это, во-первых, этот алгоритм в основном знает английский язык, не русский, не кыргызский, в достаточной степени не тренирован. И вот какую картинку мы видим. Кто эта женщина? Для меня эта женщина в основном посетительница. Я задала другой вопрос. Woman who works in the museum. И здесь вы можете уже видеть, допустим, исследовательницу, архивную работницу, но эта женщина европейка. Мы не видим здесь какого-то diversity, какого-то разнообразия. В принципе, как и в музеях в Кыргызстане, мы не видим разнообразия вообще. Если мы спросим о Миджорни, кыргызстанская женщина в Кыргызстанском музее, то здесь уже ближе к реальности мы видим женщину, но
кыргызстанскую, возможно, но совершенно как бы не в кыргызстанском музее. И спрашиваю я этот искусственный интеллект, кыргызстанский музей. Что такое кыргызстанский музей? И вот это представление глобального сейчас визуального языка о том, как может выглядеть наш кыргызстанский музей. То есть наличие ресурсов создания этого образа говорит о том, что мы, как маленькая страна и как маленький регион, возможно, маленький в плане ресурсов, мы не обладаем этими ресурсами для создания языка, который бы отражал нашу действительность, нашу реальность. Насколько мы в Кыргызстане обладаем этими ресурсами? Я вижу, как бы в зале сидят коллеги, которым не нужно объяснять, что это за фотография. Это фотография из исторического музея. И если вы пойдете туда с гидом, даже профессиональным доктором антропологических наук, то вы можете услышать, что это единственная женщина-балбал, и она представлена в историческом музее. Насколько это отражает реальность или действительность, это хороший вопрос. Но если мы посмотрим экспозицию исторического музея, он он репрезентирует тоже монокультуру и моноэтническую культуру. Он репрезентирует в основном кыргызского мужчину. И очень мало репрезентации кыргызской женщины и других этнических меньшинств, которые проживают в Кыргызстане. Но кто генерирует знания в историческом музее, который, по сути дела, принадлежит всем кыргызстанцам? И этот вопрос бы мне хотелось обсудить с вами, потому что мы, как инициативы, как небольшие организации, мы не обладаем такими ресурсами. Мы не обладаем ресурсами воздействия на Министерство культуры. И в основном, вот коллеги, меня поправьте, те две презентации, которые были сделаны, эти работы не были сделаны за деньги налогоплательщиков из Кыргызстана. То есть это не то, что наше государство видит приоритетом. И я немножко остановлюсь в заключении, потому что я знаю, что у нас мало времени, я хочу его сохранить для следующего презентатора и для дискуссии. Я часть инициативы Музея феминистского и квир-искусства. И кто мы? Мы создаем знания для посетительниц, и мы его распространяем с точки зрения женской истории, женских вопросов, то, что актуально для нас, и то, что мы хотим видеть как репрезентацию нас. То есть для нас, опять-таки, без поддержки силы и без поддержки ресурсов, этот вопрос заключается в том, что если мы не создадим это знание, никто другой его не создаст. То есть с позиции власти это знание не создается. Так, и ну, я бы, честно говоря, на этом хотела закончить, потому что мне было бы больше интересно услышать вопросы и какое-то такое общее впечатление от нашей панели, потому что обе мои предшественницы сейчас рассказали об их инициативах, как они возвращают женское знание, вообще знание о женщине и в истории, и в современном как бы контексте. И опять-таки мне хотелось бы повторяться, но хотелось бы подчеркнуть, что все наши инициативы без поддержки власти осуществляются. То есть это все за счет наших ресурсов как активисток и за счет наших ресурсов как эксперток. Спасибо большое. Огромное спасибо, Александра. У вас есть какой-то вопрос, который вы хотите задать сразу, или мы перейдем уже к нашему последнему докладчику, хранительнице музея Найсыкулы, то же самое, хранительнице и директора?
Да, и который работает на налоги наших граждан. Который работает, да, на самом деле. А, Саша, ничего, если мы прослушаем последний доклад, и тогда вернемся к вашей теме и к другим. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Конечно. Ида Алымова, директор Музея цивилизации кочевников Курманджан.ка. То есть, по сути дела, музей, который назван именем женщины. Само по себе уникально. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Бактыгуль, Диана, Александра. Очень рада вас видеть, слышать. Спасибо за замечательную информацию. Очень правильно отмечено, что действительно от того, как интерпретирует музей, так он предоставляет наше наследие, такое складывается впечатление у наших посетителей, у нашей аудитории. Поэтому вот я в своем докладе хотела бы немножко осветить эту часть тоже. Презентация моя называется «Как хранить и экспонировать каждодневные праздничные женские практики в музейном пространстве». Можно, да, запустить слайд? Когда мы начинаем говорить вообще про музейную деятельность, я хотела бы сказать, что долгое время мы вели очень серьезную дискуссию о том, что же такое в настоящее время музей, как работает эта институция, и что же вообще представляет собой музей как храм, да, хранилище, сокровищница, как мы говорим, да, или зеркало, да, истории, культуры, народа. И поэтому вот вашему вниманию я предоставляю ту дефиницию, которая была принята в прошлом году, в сентябре 2022 году на Генассамблее, о том, что музей сегодня – это не только храм, хранитель, но это еще и большая организация, которая является, обладает очень многими функциями. Я просто, если можно, зачитаю, да, музей – это некоммерческое, действующее на постоянной основе учреждение на службе обществу, которое изучает, собирает, хранит, интерпретирует и экспонирует материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные инклюзивные музеи способствуют многообразию культуры и устойчивому развитию общества. Музеи осуществляют в своей деятельности коммуникацию на основе принципов этики и профессионализма, при участии сообществ, предлагая разнообразный опыт в целях образования, организации досуга, рефлексии и обмена знаниями. Вот, и вы видите, да, что очень много самых разных сторон общества, очень много направлений, обширная деятельность. Вот охватывает эта дефиниция, это емкое понятие. И, конечно же, перед музеями стала большая потребность соответствовать вот всем этим требованиям. И вообще в современном обществе мы видим, идет глобализация, идет большие трансформационные процессы, и, конечно же, музеи не остались в стороне. И поэтому для того, чтобы быть актуальным, быть востребованным, музеи должны ответить на такие вопросы. Как трансформируются, казалось бы, традиционные функции музея, такие как сохранение, популяризация, демонстрация? Можно ли вообще, имеет ли право музей быть инструментом развития региона? И вот мы говорим, что успешный и устойчивый музей может стать драйвером развития своего местного сообщества, он может быть устойчивым, он может также повышать качество жизни местного сообщества, влиять на благосостояние своих сотрудников, которые также представляют местное сообщество. И в какой мере музей способен брать на себя роль лидера учреждений культуры? Можем ли мы заниматься брендингом, продвижением локальных ценностей, особенностей культуры и истории? И поэтому наш музей, один из самых молодых музеев, мы открылись в 2017 году, в этом году нам исполнилось всего лишь 6 лет, и поэтому я вижу свой музей как некое пространство, вот такое трансформационное пространство, которое пытается создать диалог, взаимодействие между государственными органами, между сферой туризма, между местным сообществом, органами местного самоуправления. И я думаю, что вот музей, он должен, конечно же, быть очень активным в своей вот такой деятельности. Музей должен представлять новые услуги. В наше такое экономическое время, конечно же, музей – это еще один объект, который должен рассматривать своих посетителей как клиентов,
Значит, в этом отношении музей должен быть очень клиентоориентированным. Но при этом, конечно же, музей должен очень четко соблюдать свои первые, самые главные функциональные обязанности. И музей также претерпевает вот как раз-таки переходной период. Здесь я вам хочу показать замечательную фотографию Карла Густава Эмиля Маннергейма, которая называется «Проводы невесты». 100 лет назад была сделана эта фотография. И вот мы так же, как и эта невеста, да, со своим окружением претерпеваем какие-то изменения, делаем, наверное, такой вот взгляд в прошлое, да, но тем не менее мы стремимся к новой, неизведанной, мы надеемся к счастливой жизни. И поэтому в нашем музее был принят курс на такие вот активные деятельности, такие как живой музей, эко-музей. И основной акцент у нас, конечно же, направлен на предметы женской атрибутики, на темы роли женщины в кочевом обществе. И нам сам Бог велел, как говорится, мы носим имя Курманджан-Датки. И даже вот то, что выдающаяся правительница алайских кыргызов Курманджан-Датка достигла высокого статуса чин генерала, да, как бы в соответствии вот на тот момент, конечно же, обязывает нас очень часто поднимать именно тему женского лидерства. И мы проводим самые различные мероприятия, проекты, фестивали для того, чтобы наш музей стал известен, и мы хотим сохранить и материальное наследие, и нематериальное наследие. И вот один из самых интересных проектов, который был реализован в прошлом году, опять же, при поддержке замечательной программы Университета Центральной Азии, это сохранение благопожеланий. У кыргызов есть такое понятие «Акбата». Да, и вот наш проект назывался Ахбата, Баталу или Бахтулу, то есть народ, получивший благопожелание, он счастлив. И вот как показать нематериальное наследие, как его транслировать, да, и популяризировать. И у нас был решен вот таким вот образом, что как раз-таки самое большое количество благопожеланий, самых лучших слов, благословления дается именно при создании новой молодой семьи. И поэтому мы организовали выставку, которая была посвящена искусству матери, отраженная в приданном невесте дочери. Да? И вот в рамках этой выставки, в рамках этой программы мы показали самые различные аспекты вот этого нематериального наследия, его сакральность, его значимость, его ритуалы и практики, как это произносится. Я думаю, что эта работа будет продолжена, потому что это оказалось очень большой объем, пласт истории и культуры, и работа продолжается и в наше время. И когда мы говорим о том, как же хранить и демонстрировать предметы, особенно вот мы делаем упор на предметы женского традиционного костюма. Мы начинали это еще в 2017 году, сразу после открытия. Мы стали восстанавливать, реконструировать и собирать предметы. И, конечно же, один из самых главных традиционных головных уборов – это ильичек. В нашем музее существует специальный день, когда мы все одеваем ильичек. При этом каждая женщина, молодая, замужняя, должна иметь ильичек, она должна уметь работать, вернее, наматывать этот головной убор. И он имеет очень большое сакральное значение. И при вот этой работе мы, конечно же, обращаемся к исследованиям, к консультациям наших экспертов. И здесь вы видите на цветной фотографии как раз-таки тот процесс, который мы проводим уже на протяжении 5 лет, привлекло большое внимание. Наша национальная телерадиокомпания, они приезжали делать несколько очерков о нашей деятельности. Еще один головной убор, который имеет очень большое значение, это шикулю. Шикулю – это свадебный головной убор, это также был проект. Правильно заметила Александра, что на какие-то вот такие вот большие концептуальные вещи
мы ищем деньги, и всегда это проходит в формате проекта. Рутинная, ежедневная наша работа, она как бы, да, вот оплачивается, да, мы на балансе Министерства культуры, мы имеем статус республиканского музея, но когда мы хотим сделать что-то такое неординарное, да, сделать вот такой вот большой всплеск, да, в нашей вот такой тихой музейной жизни, конечно же, это проект, это грант, это грант был Кристенсен фонда, здесь мы изучали традиции ношения шоколю, традиции изготовления, создания. И вот этот головной убор, отчасти он имел еще и такую, знаете, очень древнюю историческую подоплеку, потому что такие головные уборы носили еще Сака, скифское время, воины носили остроконечные войлочные шапки, этих воинов называли Саки Тиграхаута, и вот она сохраняется в наши дни в виде такого вот свадебного, очень праздничного головного убора. Я хочу сказать, что когда мы показываем головные уборы, это не только демонстрация локальной или какой-то особенности, да, человека, носящего этот головной убор, там, показатель семейного статуса или социального положения, да, потому что чем выше такой шоколет, тем чем лучше он украшен вышивкой или другими какими-то драгоценными камнями, металлическими бляшками, он являлся показателем. И по невесте, по ее головному убору судили о том, из какой семьи пришла новый член семьи. Но это еще и, наверное, показатель гендерного равенства, что и женщины могли носить такие головные уборы. Они не закрывали лицо. Вообще, кочевой образ жизни, конечно же, наверное, создавал условия, когда женщина наравне с мужчиной должна была нести тяготы вот такого тяжелого образа жизни. И поэтому для нас очень важно, что некоторые элементы одежды, они очень тесно перекликаются с элементами воинского такого костюма и сохраняются в наши дни. Еще один головной убор, который также был нами изучен, мы до сих пор его исследуем, собираем материалы. Это головной убор, называемый каляк. Он более характерен для кыргызов южного региона, а также для кыргызов, проживающих ныне на территории Ванской области в Турции, в Мургабе, Памире, на территории Таджикистана. Это очень уникальный, очень самобытный головной убор, который требует большого искусства, большого терпения при создании его. Поэтому для нас, конечно же, очень большая удача, что мы смогли приобрести один из таких традиционных головных уборов у мургабских кыргызов, которые сейчас начинают постепенно переселяться на территорию нашей страны. И вот одна из семей вынуждена была вот продать этот головной убор, но для нас это стал один из самых уникальных головных уборов, который также будет выставлен в нашей экспозиции. Когда мы показываем нашу коллекцию, мы очень бережно относимся к каждому предмету. Вот вы здесь видите, как создается экспозиция, и мы пытаемся показать не только один элемент, но и весь элемент в комплексе, и при этом учитывая те локальные особенности того или иного региона или племени, из которого был получен этот предмет. Я хотела бы сказать, что когда мы показываем нашу коллекцию, мы, естественно, используем современные мультимедийные технологии не только в экспозиции, но и вот такие очень эффективные каналы коммуникации, которые существуют в наше время. Это вот и социальные сети, YouTube-каналы. Когда мы проводим самые различные мероприятия, мы ждем наших посетителей, и вот рассылка идет через каналы WhatsApp и Telegram. Это очень эффективно. Я думаю, что вот таким образом мы увеличиваем количество посетителей, а значит, мы увеличиваем внимание, интерес к коллекции и деятельности нашего музея. И, конечно, одна из как бы главных, наверное, функций музея – это развитие творческого потенциала. Это вот то, что мы говорим, креативная индустрия. И, конечно же, сами сотрудники в первую очередь выступают вот такими вот проводниками, трансляторами такой вот креативной индустрии, при этом сохраняя те самые традиции, навыки. И я думаю, что вот даже наши сотрудники, да, принимая участие, они обучаются очень многим новым, получают знания, получают какие-то навыки, опять же, да. И здесь вот на фотографиях вы видите, какие они были. Вот мы сами покупаем ткани, создаем вот
такую вот униформу, которая очень тесно перекликается с нашей традиционной одеждой. Кроме этого, мы, конечно же, работаем с современными художниками. И вот видите, на той большой фотографии фоном служит замечательная коллекция одежды, созданная Алтынай Осмоевой, выставки Куту Бозуи. Я думаю, что вот развитие творчества и тем самым повышение устойчивости, повышение благосостояния, да, это тоже один из самых главных трендов, которые мы соблюдаем и сохраняем в нашем музее. И в завершение своей презентации я хотела бы сказать, что сегодня удивительный день. Сегодня 11 октября, Всемирный день девочек. Этот день был принят ООН в 2012 году для того, чтобы обратить внимание на социальные проблемы, на воспитание, на образование девочек. И вот в этот день я бы хотела вам показать как раз-таки ту фотографию, которая была создана в рамках еще одного нашего проекта. Этот проект назывался «В гармонии с природой». Здесь мы говорили о том, что мы должны сохранять не только историко-культурное наследие, но и наше биокультурное, наше природное наследие. И как раз-таки вот коллаборация, да, вот нескольких вот участников в лице музея, местного сообщества, молодежи, экспертов, экологов. Тем самым мы тоже вносим какой-то свой вот небольшой вклад, лепту в сохранение устойчивости и в понимание и осознанности, в воспитание такого, знаете, ответственного подрастающего поколения, которое озадачится, понимает о том, что изменение климата – это проблема всех граждан, всех жителей планеты. И поэтому вот в этой деятельности мы привлекаем очень много волонтеров. У нас есть своя уже команда целая и студентов. На этой фотографии мы хотели задуматься о том, что если 100 лет назад Киргизии, которая жаждала получения новых знаний, да, получить новые какие-то образования, да, то в наши дни люди должны думать о том, как сохранить природу, как сохранить экологию и как бороться с изменениями климата. Здесь я даю свои контакты. И вот опять же, вот еще один балбал, замечательный балбал, который изображает женщину. Эта балбал получила название Умайене. Она находится на южном берегу озера Иссык-Куль. Замечательное каменное изваяние, которое говорит о том, что и женщины имели очень важное значение в нашем кочевом обществе, в нашей истории. И здесь вот видите все атрибуты, которые были характерны для древнетюркских воинов. И ритон в руках с напитком священным, и полное снаряжение воинское, и, конечно же, трехчастная корона на голове, которая говорит о высоком положении женщины в том обществе. Спасибо большое. Тщательно, большое спасибо, Аида. И насколько красивые слайды, то же самое, образы говорят, рассказывают также историю. У нас закончилось выступление нашей секции, но я думаю, что мы можем несколько минут провести, задавая вопросы и комментарии, пожалуйста. Если у кого есть какие вопросы, комментарии... Давайте. Спасибо всем участникам. Очень интересно. Приятно видеть такое развитие в области исследований, искусства. Это не вопрос, это просто комментарий. Я как мужчина, не знаю, чувствую давление, что я должен откомментировать. Я из образования, я преподаю и пытаюсь тоже для подрастающего поколения своих учеников преподносить права женщин и вообще их роль в нашем обществе и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, так, чтобы подрастающие мальчики не забывали про это, то есть узнавали про это больше, и чтобы девочки смелели и брались за все, что им хочется. Вы делаете прекрасное дело. В первую очередь, свобода и вообще место под солнцем завоевывается именно большей части
угнетенными, нежели теми, кто угнетает их. И поэтому вы делаете великое дело, на вас смотрят миллионы маленьких девочек, и они, вы все их наделяете этой смелостью и этой открытостью и знаниями, которые им нужны, чтобы они положили больше в чашу весов именно женского вклада в развитие вообще страны, общества, мира. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я хочу только добавить одну вещь. В прошлом году мне удалось навестить музей, где Аида работает директором. И как раз мы приехали в то время, когда вы проводили эти мероприятия, связанные, о которых вы говорили. И что я обратила внимание как раз, что пространство было в основном занято женщинами. И мне потом уже Алтын Копалова объяснила, что там не только были сотрудницы музея, там были как раз люди из местного сообщества. И меня поразило то, насколько они были интегрированы в то, что происходило в этот день в музее. То есть, конечно, вы делаете замечательную работу по именно предоставлению пространства музея и как пространство для жителей, местных жителей. Я не сомневаюсь, что это у вас, так сказать, огромное будущее вот в вашей работе и у этого музея. Спасибо большое. Есть ли какие вопросы к Александре? Мы, так сказать, опустили тогда момент. Может быть, вы хотите прокомментировать ее выступление, очень провокационное, о том, что Кыргызский музей, женщины там, по сути дела, реально не представлены. Так я поняла. Ну, давайте я как бы просто вот в целом на то, что Саша подняла вопрос по поводу производства знания, кто им занимается и относительно государственного и независимых, да, инициатив. Мне кажется, что вот нам нужно как бы устанавливать вот эти вот связи, потому что вот в рамках моего исследования кураторского, да, там для меня, несмотря на то, что нам пришлось платить за аренду помещения, то есть как бы все как бы расходы мы покрывали сами, но руководство музея, да, вот Айгуль Токтабековна, Сарина Бектенова в данном случае являлись представительницами государственного органа, да, как бы, и они оказывали большую поддержку в реализации проекта. И вот при этом я понимаю, как это сложно, потому что это определенная бюрократическая система. Но вот тоже нужно, как бы, наверное, думать о том, как вот эти вещи, они как бы, их нужно в какую-то систему, да, вводить, потому что я тоже считаю, как Аида Иджи сказала, что наши музеи и для местных сообществ, их так и более 100, да, по стране, они могут действительно стать трансформационными центрами, социальными, культурными, которые будут местами, куда люди будут притягиваться, и для того, чтобы иметь смысл, да, чтобы развивать свое село, свой город. И в этом отношении мне тоже кажется хорошо, что в рамках там подобных конференций и встреч мы друг друга чуть больше узнаем, несмотря на то, что мы это уже знаем, да, и мы можем думать о том, как это знание как бы распространять и эти формы делать более устойчивыми, да, например, вот эта книга, которую мы издали, мы ее распространяем по всем библиотекам, по всем музеям, и вот до музея кочевой цивилизации мы еще не довезли, но книга издана на 3 языках, для нас это тоже было принципиально важно, что она есть на кыргызском, что она есть на русском, что она есть на английском, потому что чтобы понимать, что мы существуем сегодня и в локальности, и в глобальности, и вот что вот эта видимость, она может работать на разных уровнях. Вот, спасибо всем большое за ваше выступление, участие. Спасибо за презентацию меня. Мы только сегодня с Аидой говорили о том, что ведутся ли научно-исследовательские работы в музеях, но мы знаем, вот во всех презентациях мы видим, что эта работа ведется, и вот мы в центре Курманжандатка, и вот Синергия, да, проводила, оказывается, исследование, и вот у Бакули несколько музейных исследований, это очень радует, потому что в процессе деколонизации вот на протяжении 30 лет исследовательская работа как бы приостановилась.
И второе, то, что, ну, это радует, что есть такие проекты и что вы эту работу проводите. Я согласна с Сашей, потому что о том, что женщины не представлены в музеях. Если даже представлены, то где-то 5%. А в коллекциях, если Диана видела фонды, в фонде там очень много работы, женских работ. Но вот в музее ИЗО экспозиция выставлена блоками временными, и в этом зале там максимум три женских работ, да? Я с этим тоже согласна. Ну, спасибо большое за презентацию. Все, что я хотела сказать, вот это отметить. Да, и я тоже хотела добавить, что во время исследования 2 года назад, как раз-таки совершенно без предварительных договоренностей, мы приехали в музей кочевой цивилизации, там был мастер-класс, и в этом мастер-классе участвовали местные жители тоже, и сразу было понятно, что это музей, музей сообщества. И то есть сообщество вносит туда свое содержание тоже и является частью этого музейного дискурса, то, что очень важно. Но да, вот моя презентация, она больше о том, что есть позиция власти, и эта власть не обязательно наша местная, локальная, государственная власть, а это власть ресурсов. Те, у кого ресурсы, те могут создавать этот дискурс, те, у кого есть эта возможность. То есть, если вы посмотрите, придете в любой музей в Кыргызстане, то в основном работницы этого музея это будут женщины. И большого музея, и маленького. И моя презентация называется «Женщина в музее», да, что в музее работница в основном это женщина, но она не очень в редких случаях имеет возможность вот эту власть создать экспозицию, менять ее и создать вот этот дискурс внутри. То есть если она это делает, то она делает это за счет своих личных ресурсов очень часто. Спасибо большое, Саша. И я хочу поблагодарить всех участников этой панели, потому что это было супер интересно. И я надеюсь, что, может быть, на будущий год можно будет собраться всем вместе в одном пространстве.